Мы находимся в разгаре войны в Газе, которая продолжается в полную силу. В то же время мы продолжаем наши неустанные усилия по возвращению наших заложников, но мы также готовимся к сценариям вызовов на других аренах. И мы создали простой принцип: кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним ему вред. Мы готовимся удовлетворить потребности государства Израиль в сфере безопасности как в обороне, так и в нападении. Я и народ Израиля доверяем вам, и пусть мы все добьемся большого успеха. Ранее, а точнее в марте 2024 года, глава правительства Израиля говорил о готовности израильской армии войти в Рафах и уничтожить оставшиеся батальоны Хамас.